Кошечка цвета. Это вполне ожидаемый финал затянувшейся истории про котят. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. У нас кошечка цвета из сельского мини-приюта Ирины Стрижак беременная. Из-за обстановки в городе. Волонтер не могла отвезти двоих девочек и двоих мальчиков на стерилизацию, на кастрацию ранее. Цвета и ее братики-хрипуны, Даня, Филя, Хроники, которые в бесконечном кашлем, с соплями, извиняюсь за выражение, и прочими последствиями. Еще у нас девочка Нюша, сестричка котенка Максика, который ушел на радугу после кастрации. Собственно, кастрация, может быть, и была удачная, но у него была тромбоэмболия. Про это у нас был отдельный пост, причем не один, ему становилось только хуже. Это было, если честно, страшно на это все смотреть. И как бы второй раз такой опыт переживать волонтеру совсем не хочется. Записалась на пятницу на Грету троих. Их там лечили, мы сдавали анализы, поэтому будем там стерилизовать. Нюшу пока отложили. Возможно, у нее такие же проблемы, как у Максика. Она сестричка с того же помета. Ей нужно сначала сделать УЗИ сердца. Возможно, у нее та же патология. Все-таки мама у них была одна. Еще повезем и котика взрослого космоса. Уже откладывать никуда больше ничего не может есть. У него болят десны, кричит. Сегодня обработала его волонтер лидокаином по совету врача. После этого он немного поел. Он полезал больше. Ему будет... Нужно тоже сдать обязательно анализы, потом тоже УЗИ сердца и, возможно, после этого удалять плохие зубы. В общем, в пятницу везет Ирина Стрижак четверых, сумма 5000 российских рублей за процедуры плюс машина. Пожалуйста, помогите нам, откладывать это нельзя. Нам нужно, не нужно потомство. И так сколько котят без второго шанса. У женщины на передержке трое котят красивых, тех зависли, тоже возраст, скоро загуляют. Очень надеемся на ваше милосердие и добрые сердечки. Спасибо огромное, кто с нами, кто нас не бросает.